Да. Здравствуйте. Что? И вы говорите с Аминой Мирзоевой. Сутки назад ваш телефон находился неподалеку от места совершения преступления. Это по данным оператора. Ага. Нам необходимо с вами побеседовать. Ну, беседуем. Где вы сейчас находитесь? За вами подъедут наши сотрудники. Спасибо. Адрес диктовать. Я люблю тебя. Значит, объясняю. У нас есть записи камер видеонаблюдения. Мы должны сравнить внешность преступника. Сейчас, подождите, сапка пришла. Спасибо большое за сап, брат. Сейнт. Я вас официально предупреждаю, что вы несете уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Да, я дома. Чё за хуйня, блядь? Что за хуйня? Кто это был, блядь? Кто это был? Наёбка для уёбка, это реально, это факт, это... Просто я реально недавно телефон потеряла. Вот три дня, буквально дня, два дня назад, серьезно, я оставила телефон просто в туалете в торговом центре. Не свой, чужой, ну как бы второй свой телефон, пятый. Фастерс, все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке в описании и выиграй главный приз до 100 тысяч рублей. Поняли, чекать видосики. Видосики. Соскучились по видосикам? Спасибо, Айсики, за донатик. Спасибо большое. Ой, икнула. Как гармонично вот этот желтый смотрится на фоне синего. Слава Украине. А с такой не забанят? Блин, он так забавно это делает. Он землю так чихнет? Передумал. Как дела? Пока не родила, блин. А я уже родила, блядь! По названию видно, наверное. Чуваки, увидите мои... Ай, блядь. Увидите мои серьги. Ой, я выгляжу реально как бэби. Ебать. Почему он так тупо пошутил, с этого угорает? Типа, это забавно, но не настолько. Я ничего не боюсь. Тоже мне, блядь. Испугались? Он меня, да? Самый умный тоже. Окей. У него такой прикольный пришелец на лапке. Давай, выпрыгнешь. Он реально испугался? Любишь киберспорт? Не хочешь пропустить ни одной свою команду? А может заберу обратно, а? Бля. Ой. Краш? Нет, не краш. Это фиаско, братан. Знаете, это стримдек такие крутые звуки пиздатые делает. Смотрите, какой, блин, просто смотрите, какой он сладкий. Ну, я серьезно могу. Вот, типа, старые вот такие мустанги очень классные. Мустанги. Что за страна? Это не Рашка? Нет, не Рашка. Это Одесса. Это Украха. Украха. Саша Грей. Фу, блядь. Ну, слушай, неужели ничего не нету? Пиздец. Блядь, ты на самом деле так жестко давать кому-то рыться в своем телефоне. Вот вы бы смогли просто так взять и дать кому-то телефон. Вот просто почекать, что у вас там есть. Вчера был стрим. Записи нет, потому что я удалила, ребят. Все же очень логично. Верни. Хорошая девочка, так что теперь переписывались. Ребята, объясните, что это за тянка? Почему она везде теперь есть? Почему? Почему? Она же типа просто вроде танцевала там на стриме. Это что, сын Гексогена, парни? Ебать, фугас, пусты, фугас. Это был фугас. Это я. Боже. Зато беспалевно. Я сейчас. Вроде как стоит. Мерин. Да, вон стоит он. То фейк. И там бабы раздеваются. Что, бабы раздеваются? Если типа неправильно ответят. Вот это? Что? А зачем там написано?
А, фейк такси, помните, где мы смотрели на раздевание, короче? Хрю-хрю-хрю. Привет, спасибо большое. Сигны будут когда? Не знаю, наверное. Каждый день говорю, что сегодня. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Что? И вы говорите с Аминой Мирзоевой. Сутки назад ваш телефон находился неподалеку от места совершения преступления. Это по данным оператора. Ага. Нам необходимо с вами побеседовать. Ну, беседуем. Где вы сейчас находитесь? За вами подъедут наши сотрудники. Спасибо. Адрес диктовать. Я люблю тебя. Значит, объясняю. У нас есть записи камер видеонаблюдения. Мы должны сравнить внешность преступника. Сейчас, подождите, сапка пришла. Спасибо большое за сап, брат. Сейнт. Я вас официально предупреждаю, что вы несете уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Да, я дома. Чё за хуйня, блядь? Что за хуйня? Кто это был, блядь? Кто это был? Кто это был? Наёбка для уёбка, это реально, это фэк или это... Просто я реально недавно телефон потеряла. Я реально телефон потеряла, вот три дня, буквально дня, два дня назад, серьезно, я оставила телефон просто в туалете в торговом центре, не свой, чужой, ну как бы второй свой телефон, пятый айфон. А, это бот. А, это бот, блядь, ёбаный рот, пиздец, пранки ебейшие, в натуре это бот, за 10 рублей? Пиздец, мы сейчас как последнюю шалаву дешевую, понимаете? Просто разъебали по фактам. И разъебали просто по фактам сейчас меня. Да, рулем. А зачем там написано? Специально. Пиздец. А. Не, ну у нас туда ходит молодежь там. Что-что? Туалет. Это вот, Такой сидит зайка нереальный, значит отдыхает, чилит парень, чисто чилит. А это кто? Это Кыца? Бокалы? Не понял. Чё? Что? А? Да я тут просто управляющий заведения. Ага. Ну я просто не хотел вам рассказывать сразу. Ну вообще это моё всё. В смысле? Чё? Чё за чел вообще? Чё за хуйня происходит? Блять, мне кажется, знаете, можно просто как стримить, да, если... Если вот вы идете куда-то, да, с друзьями, просто позовите Хесуса, короче. Позовите Хесуса. И можете просто нихуя не делать. Просто стримите все. Можете просто показывать, как Хесус ходит. Мне кажется, просто контент Хесус ходит 10 часов. На Ютубе собрал бы 10 миллионов просмотров. Хесус ходит. Если я встречу Хесуса на стримфесте, я сниму видео. Хесус ходит. И все, блядь. Я соберу нахуй 10 миллионов. Мне вообще похуй. Мне вообще поебать, блядь. Соберу. Сказал, что чек нишную игноришь. Ссылка удалена. Бля, он рыгает. Фу, блядь! Пасты! Нихуя ракал. Меня зовут Арина, я видеоблогер, можете подписываться на мой канал, на Инстаграм. Оп-оп-оп-оп-оп! Сам Арина реклама, Уразина. Оп, отсосу сама себе, блядь, качественно отлежу. Красивая, пизду. Кстати, девочка. Опа. Все-таки качественно отлизать себе пизду не получится априори. Такое невозможно. Блядь. Мне похуй, что она девушка. Меня просто ужасно бесят люди, которые занимаются тотальной саморекламой. Да я ебала. Алло. Ассаламу алейкум, братан. Ты мне вот скажи, ты зачем такие вещи в интернете написал? Какие вещи в интернете написал? Это опять пранк? Это Вика, да? Ты зачем вот про мою маму написал ты в интернете? Я, блядь, не писала в... Это... Эй, ну надо вот это говорить, это не... Позвоните сюда, скажите ему, что я не писала маме в интернете, ничей, блядь. Никому не писала, нахуй, я, блядь. Ты на меня, я сука, ты, блядь, на меня не перебивай, ты хуйло ебаная. Я лучше знаю всех и все в этом мире. Ты меня пытаешься наебать, ты не закрой рот, блядь. Выслушай меня внимательно, хуйло ебаная. Ты на меня, нахуй, такие слова грязные. Меня обвиняешь, в ложные показания даёшь, блядь. Да пиздец.
ночи, блядь, уже 3 дня проходит, он мне звонит. Просто полное, полное, самое это, реально. Так, сейчас посмотрю, что по донатикам, а то вы мне пишете. Спасибо большое, Тимофей, спасибо, Печенька, tenderlibaya.net, чтобы добавиться, спасибо большое, 50 рублей, спасибо, Илюшка, держи сердечко. Все, извиняюсь, погнали. Thank you, next, я бы сказала. Вот везде, блядь, при любом, сука, случае. Я видеоблогер, подпишитесь на мой инстаграм, tenderlibaya, я пощу, как косметироваться, как ебаться и как обниматься. Подпишитесь, не пропустите данные, спасибо, Тоня, так, спасибо большое. Опа, хуй пизда, блядь, сковорода, подписывайтесь обязательно на инстаграмчик, блядь, оп, ВК, группа, блядь, фейсбук, хуюк, блядь. Спасибо. Пиздец, это настолько уёбищно, блядь. Я так не считаю, например, почему я не могу заявить о том, что я видеоблогер. Я могу прийти в ресторан и сказать, я видеоблогер, мне похуй. Вот я могу так сказать, я видеоблогер, я могу подойти к официанту и сказать ему, я tenderlibaya, подпишись на мой инстаграм. Что в этом такого? Я в этом ничего такого не вижу. Давай, паркуйся! Мы простые ноги, я уже в дороге. Бля, ебать, я ж пошутил! Я ж пошутил, бля! О, не вписався! Ой, нет, а за это же штраф. Штраф сейчас будет. Да, реально. Ебать! Установа. О! Ты заебал, поймовенный король! Как это убрать? Я удаляю нахуй это все. Никогда больше этой хуйни не будет. Никогда, блядь. А зарыгал мне весь релиз перед людьми. Я, блядь, здесь пыжусь, стараюсь. Весь релиз сорвал нахуй. Под коту под хвост, блядь. Помойному королю. Что происходит вообще? Королю под хвост. На свалку, сука. А не стрим, блядь. Все убрал, хуйню. Вейп-зона. Смотри, бабуля пиарит вейп-зону. Ебать! Вейп-зона. Блядь, они что, реально издеваются? Нахуй они бабушку на такую работу взяли? Ну это же пиздец, чуваки, реально. Ну это вообще мемно выглядит. Типа, ладно, она пытается деньги заработать, но нахуй интим-бутик поставили, блядь. Спасибо, это сампер ебучий. Но это пиздец. Реально, математичка бы не одобрила. Бля, нормас. Ребята, то я не обновлял. А ну, постанова, вот, рад ему. Что происходит? Просто на 1 квадратный сантиметр дохуя стримеров. Вот, фоткайся с ним, пишет, ебать. Пацаны, скажите, чтоб он фоткался, пацаны, пожалуйста. Хорошая нема, ты шо, с Украины же. Реально нема. Ты что кажешь, ебать, какой пиздить, нахуй, парень? Ты шо, сдурив? С гнезду з'їхав, чи що там? Дебілно. А ну дай я почитаю, що мені написано. Написано. Сиди жопу еще, пожалуйста. Тебе ведь нечего больше предложить этому миру, кроме того, как потрясти своей жопой. Папка! У-у-у! Это Картер? Как же ее обоссали сейчас. Твой же ребенок теперь в лучшем мире и скоро переродится вновь и вырастет сильным конем. Хотя я пиздобол, он умирал в муках и проклинал тебя из-за того, что он умер. Нахуй ты... Спасибо большое, но это пиздец. Это пиздец. Как шутишь ты, козлина, блин. Забери свои 50 рублей, нам не нужны такие деньги. Пиздит. О? А чё это за мода такая? Чё это за хуйня? Спасибо большое, это не так. Спасибо большое. Не знаю, часа 2, наверное. Это Илюша? Откуда Илюша? А, отсюда поёт? Спасибо. Теперь я еще сильнее захотел в туалет. А кыца его не против? По другим целям. По другим целям, да. Она будет подождать чуть больше. В чем она вообще одета? Ага, сейчас. Я бы развел эти мосты. Нашел своим пароходом. Черная была вроде. Чуги, че, разводим мосты? Меня интересуют раздвижные мосты, только этой дамы. Сможете оформить? Пиздец. Мой параплав вошел в ее раздвижные мосты. Сможете? Нет? А вы сможете? Вот я не знаю, представляете, сложно. Мой параплав еще не готов.
Вот. Проблемка. Надо догнать эти раздвижные мосты. Она, ебо. Она стоит, знаешь, ну, видно, спасибо, что это, смущается, типа, а у меня хуй поднимается, понял? Ебо. Чё, когда вот девушка смущается, у вас тоже хуй поднимается или что? Как жилки набрались кровью. Да, в тебе тоже, братан? Хуй встал? Да. О, бать, я шо казал? Подрочишь на неї перед сном? Хрю-хрю-хрю. Спасибо, Димас. Керосин кончается. Я не знаю, пока не могу сказать. Какой это вообще? Бля! Сука. Я в это играть не буду, сука. Это я вчера психанула, так же вылезла. О, да. Оу-я, оу-я. Ну парень нихуя его флексит. Ой, песня классная. Надо спиздить. Треки Конволк. А, это Конволк? Это мой братик Конволк? Ну тогда похуй на игру. Так, давайте трек, короче, по накидке.